что мы думаем. Вот посмотрите внимательно на нашу группу. Посмотрите. Вот так вот примерно мы выглядим. И мы поняли, что в следующий раз, когда вы приедете, нам нужно просто увеличить группу и расставить прямо вот так вот. Потому что, когда едет Сергей Владимирович, он может нас не заметить. Но если такая же группа будет стоять там, там и там, вот посмотрите. Вот там. Я думаю, он точно нас заметит, точно. Обратит внимание и обязательно спросит, что это мы, собственно говоря, стоим. А сейчас, видимо, это не принесет своих результатов. Так что в следующий раз мы перегруппируемся, мы подумаем, увеличим количество делегатов. Так что, друзья, до встречи в Москве!